Всем хорошего настроения! Сегодня очередной тест кухонного ножа из Китая. И этот нож от компании Синзо. Шеф-нож от компании Синзо. Нож, как указал продавец, из дамасской стали, 67 слоев, а также стали ВГ-10. Но мы сегодня не проверяем, насколько это честно указал продавец и действительно ли здесь дамасская сталь. Мы сегодня проверяем и тестируем его режущие способности и стойкость режущей кромки к затуплению. Поэтому правда это или неправда по стали, мне это неизвестно. И мне это не важно. Если честно, мне это вообще не важно. Мне важно, чтобы он был максимально острый и максимально стойкий к затуплению. Что мы сегодня и проверим. И для начала я хочу сказать, что, во-первых, я переточил вот этот нож. Здесь уже не заводская заточка, а моя заточка. И затачивал я теми же камнями, которые я буду затачивать все свои ножи, которые буду тестировать. И вы видели этот процесс заточки. Есть у меня видео с заточкой вот этого ножа. И это были китайские алмазы 600. Так, нет, одну секунду, 800, 1500 и 3000 грит, а также китайский камень масляный на 3000 грит. И здесь у нас 35 градусов угол заточки. Демонстрация на салфетке. Конечно же, он вообще очень острый. Я даже не помню, был ли такой острый вот тот нож, который мы тестировали, вот предыдущий китайский, из дамасской стали. Просто этот нож реально рубит, я вам это сегодня продемонстрирую. Он с легкостью срезает вот эту салфетку. И смотрите, сейчас я просто боюсь, чтобы по руке не рубануть. Вот смотрите, одну секунду, не получилось, но ничего страшного, поскольку он реально очень и очень острый. Видите? Ну кто так может? Просто рубить вот однослойную салфетку. А теперь давайте еще раз. Не получилось. Не всегда получается, поскольку угол захода, но вот получилось. И это было по перфорации. То есть реально безумно острый. Я вот не помню, чтобы была такая острота с заводской заточкой. Нет, вроде бы была. Вроде бы была, но есть у меня видео. Кстати, есть у меня видео с заводской заточкой. Я тестирую этот нож. Смотрите. Но в любом случае, безумно острый. Но важна ли эта острота, так будет для среза вот такой бумаги. Что-то мне подсказывает, что здесь должна быть еще агрессия. И больше агрессии будет лучше для этой бумаги. Но мы сегодня проверим. У нас есть результат предыдущего ножа, и мы будем проверять с результатом этого ножа. Сейчас же он, ну, очень и очень острый. После заточки. Давайте еще на газетной бумаге проверим. Ну и, соответственно, можно что угодно вырезать таким острым ножом. А теперь, как всегда, мы берем нашу бумагу. Здесь 30 листов бумаги А4, обычная бумага и обычная плотность 80, и здесь 1 сантиметр ее. Так, мы должны сделать метки. Так, берем нож 2 сантиметра, которые здесь не работают и не работают в резе, поскольку нам мешает доска вот эта, и 10 сантиметров тестовых. Вот так. Вот так. Вот так. А теперь нагрузка в 1 килограмм и срезаем эту бумагу. Ну и естественно, он срезает ее очень легко. Теперь убираем вот эту бумагу и делаем срез. Так, ребята, даже можно не давить, вернее, не резать, просто давить. Он просто передавливает ее. Очень, очень и очень хороший срез. Вот тяжело, конечно же, сравнить с срезом предыдущего ножа из дамасской стали, но реально это было очень легко. А теперь смотрим, как он устал. Так, он опять перерезает. Реально я ощущаю вот эту агрессию. Мне даже тяжело как-то на себя этот нож двигать. Он очень хорошо врезается вот в эту бумагу. Так, таких ощущений вот я не помню, чтобы было, когда я тестировал впервые. А, мы же впервые не делали вот этих тестов. Мы просто делали на количество срезов, поэтому я и не помню, как он резал.
вот этот тест на остроту. Так, предлагаю посчитать просто несрезанные. Здесь их было 30 изначально. Раз. 8 несрезанных. Это получается мы 22 среза сделали после второго среза бумаги. А вот не помню, как там было в предыдущем случае. Но вы уже смотрите предыдущее видео и сравнивайте с тем ножом. Я потом пересмотрю два видео. Просто мне интересно, какой из этих ножей лучше. Вот этот или... тот нож, который я там, интересно, этот, этой ручкой я тестировал. Но дело еще в том, что здесь, возможно, другая заточка. Для бумаги, как мне кажется, важна агрессия, поскольку оно как-то так перерезает получше. Поэтому здесь, возможно, надо будет дождаться, когда я переточу нож по тому же принципу, вот этот предыдущий, и тогда уже сравнивать с вот этими показателями, чтобы у нас были максимально одинаковые условия для обоих ножей. Поскольку этот нож очень острый, но это не самое главное, главное стойкость. Восемнадцать срезов. То есть получается, что тот нож, ну если верить продавцу, там был, конечно же, угол заточки в 15 градусов. И я так понимаю, там общий угол заточки 15 градусов, то есть режущая кромка. А как показывает сейчас практика и тесты кухонных ножей и разных углов заточки, чем острее нож, тем меньше сопротивление или что там, я не знаю почему, но он, получается, и стойкость его увеличивается. Поэтому, возможно, такие результаты. Поскольку, если говорить о остроте ножа, он был реально острый и с 35 градусами. Вот сейчас здесь угол заточки 35, он был очень острый. Но почему-то, видите, возможно, из-за сопротивления, возможно, еще какая-то, не знаю, ситуация с ножом. Но пока он уступает к ножу от предыдущего изготовителя. Я просто не знаю, как произносится вот то название Хезин или Хежин. В любом случае, посмотрите предыдущий тест, но пока делать выводы еще рано, поскольку мне надо будет переточить тот предыдущий нож также под 35 градусов, чтобы сравнить их режущие возможности, а также стойкость при одинаковых условиях. Двенадцать срезов получается сейчас. Четырнадцать. Почему 14? Только что было 12, и вроде бы по килограммах было все так же. Это странно. Но 14. Двенадцать. Десять.
5. Пять. Также пять. Пять. Три. 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 Два. Раз, два, три. Три. Один. Ну, наконец-то. Один, и один был практически срезан, но не до конца. Вы видели? Вы видели, какие результаты показывает вот этот нож? Они очень интересные. Реально интересные для анализа. Во-первых, мы сейчас пересчитаем, сколько было срезов. Я устал. Я реально устал. Этот нож меня просто поражает. Смотрите. У меня есть два ножа из китайской дамасской стали. Давайте я ее буду называть китайской, поскольку много очень там всяких разных комментариев есть от знатоков дамасской стали. Я уже не знаю, как ее считать, дамасской, не дамасской. Здесь, ребята, указал продавец, что ламинат, и здесь с этой стороны дамаск, и с этой дамаск, то есть сталь, которая состоит из нескольких слоев стали, здесь указано 67, а внутри у нас сталь ВГ-10. Так указал продавец. Пока у меня нет сомнений ему не верить. У меня нет возможности это все проверить. Поэтому я буду называть вот этот нож из китайской дамасской стали. У меня есть два таких ножа. Это нож от компании Синзо, вот он. И еще один нож. Вот такой. Также из китайской дамасской стали. И мы делали вот тест этого ножа. И это был рекордсмен. Но, ребят, стоит учитывать, что здесь была не наша заточка. Не та, которой мы перетачиваем все наши ножи. Не та последовательность камней. А здесь мы используем алмазы китайские до 3000 грит. А потом еще камень масляный 3000 грит. Рубин, если не ошибаюсь, он называется. А здесь нам неизвестно, как точат китайцы. И здесь, как указал продавец, 15 градусов угол заточки. Но это, наверное, все же 15 градусов. Я сейчас смотрю на эти подводы и понимаю, что это 15 градусов на сторону он указал. То есть 30 градусов. А как показывает сейчас наше исследование в углах заточки, разных углах заточки на кухонных ножах, чем угол острее, тем меньше сопротивление или какая-то еще причина. Но он режет, получается, не только лучше, но и более стойкий. То есть он делает больше срезов при тех же условиях. То есть нож с более острым углом. А здесь 30 градусов. А здесь я делаю, как вы знаете, 35 градусов. И поэтому поначалу он как-то устал более резво. То есть этот нож показывал, если не ошибаюсь, лучший результат. Пересмотрите эти результаты, сравните с вот этим ножом. Но потом этот нож практически не уставал. Я режу, режу, и сейчас вы видели, как просто я срезал. Вы можете пересчитать количество моих вот этих резов, которые было на, там, например, на 15-м срезе вот здесь и на 15-м вот здесь. Такое впечатление, что этот нож более стойкий. Но это только впечатление, поскольку
Для того, чтобы сделать уже какие-то выводы, нам надо вот этот нож также переточить, как вот этот, потом уже алгоритму по 35 градусов и сравнить уже эти тесты. Я с нетерпением жду этот тест. Реально, не знаю, как вы, но мне так интересно, какой из этих ножей лучше. Этот был какой-то агрессии здесь, которой здесь как бы и не было, поскольку мы сделаем практически зеркальную кромку. Кстати, у меня есть микроскоп, сейчас мы посмотрим на вот эту кромку, на ее состояние после заточки. Но сначала я хочу продемонстрировать вам, во-первых, так же, как и с этим ножем, как он устал на листе газетной бумаги. Поехали. Вот, кто-то мне сказал, что ты неправильно делаешь, поскольку здесь вот эта часть не работает, а я начинаю резать с вот этой части. То есть вот эти 2 сантиметра на край, они не работают, поэтому их не надо проверять. И даже на рез по бумаге также не надо проверять. И я согласен с этим человеком, который написал это сообщение. Благодарю вас за это сообщение. Спасибо, что вы помогаете мне делать тесты максимально справедливые. И поэтому начинаем резать вот с этой стороны. Вот так он режет. Просто если я начну с вот этой, он, конечно же, срежет более легко, поскольку здесь он практически не устал. А я начинаю с вот этой, и поэтому рез вот такой. Он практически рваный рез. Шероховатость здесь есть. Вот. Шероховатость на срезе. Одну секунду. Да, на кухне вы, возможно, еще какие-то продукты будете нарезать и даже не ощущать вот эту усталость, поскольку она такая как бы незначительная, но я бы уже такой нож не терпел и заточил, поскольку я очень люблю, когда нож острый. Вот, это срез был вот от этой точки. Вот, опять. То есть вот такое его состояние сейчас на момент вот после теста. Состояние после теста. Но это еще не все. Сначала давайте я вот это уберу. Мы пересчитаем количество срезов. Вот этот срез мы не засчитываем, поскольку это не срез. Это нам осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20 срезов! Ребята, 20 срезов до одного среза тестового на весах. Обалдеть! Это новый рекордсмен. Но не стоит спешить с выводами, поскольку здесь была не наша заточка. Мы сделаем здесь также 35 градусов, также тот же алгоритм, и тогда проверим. Но сейчас вот, вот он, рекордсмен китайский. 20 срезов! 20 срезов сделал. Это обалдеть, это просто бомба. Теперь смотрим на режущую кромку через микроскоп и также правим его на мусате и смотрим, как возобновится вот эта заточка. Одну секунду. Итак, ребята, смотрим на режущую кромку после теста. Так, до теста я показывал, когда делал обзор на вот этот микроскоп, я показывал вот эту режущую кромку. Как-то забыл вот изначально показать вам заточку. Но я ее показывал, смотрите видео с обзором вот этого микроскопа. Там есть в кадре вот эта режущая кромка. Так, куда фокус крутить? Вот сюда. Так, а теперь смотрите состояние режущей кромки после. Кто желает сравнить до и после, смотрите, какая была кромка до теста. Есть это видео, повторяю, у меня на канале, и оно с обзором вот этого, полным обзором вот этого микроскопа моего. Это после. Давайте сравним состояние вот этой кромки после теста на вот этом ноже. Вот такое. Еще одна секунда. Вот я вижу, что есть все же какая-то усталость. Возможно, это мне кажется. Но давайте попробуем сделать еще более сильное увеличение. И посмотреть на вот эту кромку. Одну секунду. Попробую еще фокус изменить как-то. Это еще цифровое просто увеличение. Оно тоже все же играет какую-то роль. Давайте уберем еще свет, чтобы посмотреть. Ну вот какая-то ровная она. Как-то даже очень ровная по сравнению с вот этой. Просто я уже так же смотрел на эту кромку после теста,
когда снимал обзор на этот микроскоп и видел, что она более такая как бы рваная. Но стоит учитывать, что здесь могла быть эта агрессия изначально, поскольку не наша заточка. Я там практически зеркальную делаю заточку, а китайцы делают другую заточку. И у китайцев даже ощущалась вот эта агрессия. А, еще мы правили вот этот нож на мусате. Также это надо учитывать. Видите? Какое состояние здесь? Давайте уберем еще здесь свет, чтобы посмотреть. Это заточка от китайцев. Повторяю, это заточка, которая была из коробки, но после теста уже. Так. Одну секунду, у меня есть для вас один сюрприз. Одну секунду. Та-дам! У меня есть еще один абсолютно новый нож с заточкой от производителя. И у нас есть возможность. Вот этот нож участвовал у нас в тестах. Мы его убираем. И есть возможность посмотреть на кромку, режущую кромку, с заточкой от производителя из коробки. Я думаю, это будет очень интересно. Смотрите, какая заточка. Да, здесь больше агрессии. Смотрите на режущую кромку, чем в моей заточке. Возможно, поэтому такие были результаты. Для бумаги эта агрессия нужна, как мне кажется. И так нож, видите, такая небольшая пила есть здесь. Вот здесь хорошо заметно, на режущей кромке. И эта агрессия позволяет так хорошо резать, во-первых, режущие способности на бумаге, когда мы на весах проверяли. И во-вторых, здесь рез ощущается по-другому, агрессии больше. В нашей же заточке, еще раз показываю, нет этой агрессии. Мы сделали буквально полировку там очень мелкими камнями, получается, убрали эту агрессию. А для бумаги она все же, наверное, важна. Так. Почему фокус другой здесь надо устанавливать на то же расстояние? Вот, здесь этой агрессии нет. Вы сейчас видите бумагу, частички бумаги, которые остались после теста. Давайте уберем и посмотрим более подробно на режущую кромку и в каком она состоянии. Здесь не будет той агрессии, которая есть в заточке от производителя. Поэтому будет справедливо и очень интересно протестировать разные заточки, чтобы увидеть, какая же заточка лучше. Возможно, нежелательно, вернее, нежелательно, а возможно, не надо полировать вот эту режущую кромку. Возможно, надо оставлять немного агрессии, чтобы нож резал лучше. И это мы увидим, когда переточим вот этот нож после теста, вот этот. И сделаем здесь угол заточки в 35 градусов. Так, осторожно, чтобы не порезать мне провода. Ну а вот еще раз показываю вам заточку от производителя изначальную. И сейчас я вам продемонстрирую еще режущие способности. Вспоминайте ту, что была, и смотрите на вот эту агрессию, которая, ну вот смотрите, буквально пила от производителя. А теперь давайте протестируем эту заточку на... Нет, сначала мы уберем вот этот, чтобы я ничего не повредил, поскольку мне он, ну, очень нравится вот этот микроскоп. Ну а теперь проверяем вот эту остроту от производителя на салфетке. Как по мне, также нож очень острый, даже по салфетке. А я думал, он не будет такой острый, поскольку есть вот эта агрессия, и он будет рвать эту салфетку. Но нет, он режет. А давайте попробуем так же, как мой нож, вернее, моя заточка на ноже Синзуо, быстро. Ну вот здесь есть уже надрывы. Но смотрите, как он срезает. Также очень и очень хорошая заточка. Возможно, там был лучший результат из-за того, что нет этой агрессии в срезе салфетки именно. Он не так хорошо срезает ее, но когда я переточу, мы еще раз проверим. Да, он не так хорошо срезает быстро, но если медленно, здесь также хорошая заточка от производителя. Нож достаточно хорошо режет. Так, это мой новый нож, я его прячу. И сейчас, так же как и в предыдущем тесте, мы попробуем восстановить вот эту заточку с помощью мусата. Ребята, только что закончилась память на моей карте, но, слава богу, информация сохранилась. Я это только что проверил, но увидел, что информации очень много. И моему компьютеру будет нелегко, он не всесилен, и при монтаже будут проблемы. Поэтому я решил
Во-первых, у меня очень хорошая идея. У меня идея восстановить вот эту режущую кромку с помощью муссата. И, как просил меня один из зрителей моего канала, попробовать еще раз сделать тест того же ножа с той же заточкой, только после муссата. Что за информацию мы получим? Мы получим информацию, как же долго сможет жить нож с идеальной остротой после правки муссата. То есть, есть ли разница между заточкой обычной, обычными брусками, и после правки. Что мы получаем, какая острота получается и какая стойкость. Мне кажется, это очень крутое будет видео, но оно будет завтра. Сегодня я смонтирую вот это. Это информация по тесту ножа с нашей заточкой. Завтра будет тест ножа с заточкой, вернее, правкой после муссата. Мне кажется, это будет очень интересное видео. Лично для меня интересно, насколько он восстанавливает нож и сколько будет жить нож. И не уменьшаются ли режущие возможности ножа, и не уменьшается ли стойкость режущей кромки к затуплению. А возможно, даже наоборот. И это мы узнаем завтра. На сегодня все. Если есть какие-то вопросы по этому ножу, по этому тестированию, любые другие вопросы, все пишите в комментариях под видео. Я все комментарии читаю. Если вы оставляете какие-то просьбы, я записываю все в блокнот. И если есть возможность, сразу же пишу видео по вашей просьбе на вашу тематику, на то, что вас интересует. И также отвечаю на вопросы ваши, все ваши вопросы стараюсь отвечать в каких-то из своих видео. Поэтому все оставляйте в комментариях. Ребята, поддержите меня и мои старания. Реально было нелегко сделать эти 20 срезов, но я это сделал, и сейчас я горжусь вот этим ножом. Не знаю, лучше он или нет, чем вот этот нож. Это мы узнаем, когда я его переточу. Но сейчас он мне еще больше нравится. Реально, это крутой нож. И не зря он такой удобный. И так мне понравился, когда я тестировал этот нож и знакомился с этим ножом на кухне. На этом все. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и до свидания.